растут не только цены. На совместном заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и коллеги Министерства сельского хозяйства тоже говорили о росте. Судя по индексам производства сельскохозяйственной продукции, прошлый год для аграриев выдался успешно. Практически все показатели в плюсе. По данным Чарштата, индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2014 году составил 102,8%. Производство продукции растениеводства увеличилось на 5,4%. По сравнению с предыдущим годом, когда многие хозяйства республики пострадали от засухи и погода не позволила своевременно убрать выращенный урожай, в 2014-м больше, чем в предыдущем году, собрали и зерна, и овощей. Зато, хоть и незначительно, на 8% снизился урожай картофеля. Несмотря на это, Чувашия осталась регионом лидером по данной культуре. Увеличилось производство животноводческой продукции. Это касается и мяса, и молока. Тему роста продолжили представители банков. Правда, здесь радоваться, увы, нечему. Да, в этом году идет замедление темпов получения нами заявок и кредитования по сравнению с прошлым годом. Но здесь я думаю, что по причинам всем ясно. Во-первых, это увеличение процентных ставок. Это рынок, здесь мы ничего не можем сделать. Работаем. Ставки большие. Ставки начинаются от 20%. По личным подсобным хозяйствам от 26%. Мы понимаем то, что на текущий момент с такими ставками сельхозпроизводителям будет тяжело вести и начинать новые инвестиционные проекты. Зато поддержку сельхозпроизводителям увеличит со стороны государства. В республиканском бюджете Чувашской республики предусмотрены новые направления – гранты на укрепление материально-технической базы, строительство семенных заводов и модернизацию селекции и семеноводства. Кроме того, по проектам распределения субсидий на 2015 год, подготовленными Минсельхозом России, Чувашской республики предусматриваются около 150 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства, производство молока, элитного семеноводства, восстановление садов. Продолжение следует...